Привет, друзья! В сегодняшнем видео я собрал для вас 10 лучших пранков для школы, которые сделают школьные будни веселее. Но помните, что разыгрывая друга, вы рискуете испортить его вещь или вовсе остаться без друзей. Если на видео наберется 10 тысяч лайков, я выложу еще подборку пранков для школы. Все зависит только от вас. Если вы покупаете что-либо на AliExpress или вам просто интересно узнать о прикольных и интересных товарах с данной интернет-площадки, тогда рекомендую подписаться на канал Бублика. На нем вы найдете кучу интересных подборок товаров с AliExpress. Зайдя на данный канал, вам не будет скучно, ведь видео выходят каждый день, и вы узнаете, чем нас удивляют китайцы. Подпишись на реально крутой канал, ссылка в описании. Купите себе такую же ручку, как у вашего соседа по парте. Дома вам нужно нагреть ручку с помощью спички или зажигалки и согнуть так, как показано на экране. Теперь в школе вам нужно подменить ручку друга и наблюдать за его реакцией. Главное, не забудьте потом вернуть другу его ручку. В магазине купите газированную воду в пластиковой бутылке и как следует ее взболтайте. Теперь угостите друга водичкой. Как только он откроет бутылку, из нее хлынет фонтан воды. Возьмите бутылку от Coca-Cola или Pepsi и залейте в бутылку воду, а затем добавьте соевый соус. У нас получилась жидкость, с виду напоминающая Pepsi. Теперь, когда друг попросит воду, даете ему Pepsi, которую подготовили ранее. И когда он ее попробует, он сильно об этом пожалеет. Возьмите с собой в школу маркера, затем на перемене возьмите ручку друга, на которой есть вот такая черная резинка. Ее нужно раскрасить маркером. И когда ваш друг возьмет ручку и начнет писать, то его руки будут измазаны в маркере. Возьмите скотч и приклейте монетку к умывальнику, который находится по дороге в столовую. Теперь, если кто-нибудь откроет кран, то вся вода польется на него. Если ваш друг сидит во ВКонтакте, то над ним можно здорово подшутить. Когда он отойдет от компьютера, зажмите клавишу F5 и подождите 10-20 секунд. После этого отпустите клавишу. На экране вылетит вот такая ошибка, и чтобы от нее избавиться, вашему другу придется перезагружать компьютер. Перед уроком информатики можно зайти в класс, и на компьютере, за которым сидит ваш друг, а именно на клавиатуре, можно поменять клавиши, достав их с помощью ручки. Когда ваш друг начнет что-то печатать, он долго не будет понимать, в чем дело. Попросите у друга телефон, например, можно сказать, что вам нужно позвонить. Теперь заходим в настройки и находим раздел «Номер сборки». Кликаем по нему несколько раз, около 10. После этого у вас появится доступ к параметрам разработчика. Заходим туда и ставим галочки на данных параметрах. Теперь отдаем телефон другу. Он долго не будет понимать, в чем дело и что случилось с его телефоном. Возьмите пластиковую бутылку с каким-нибудь напитком и в нижней части сделайте отверстие с помощью чего-либо. Я это сделал с помощью циркуля. Теперь, когда ваш друг возьмет бутылку и откроет ее, то из отверстий польется вода. Ну а напоследок я вам покажу классный фокус с ручкой. Секрет фокуса довольно простой. Все, что вам нужно, это вот так сжимать колпачок пальцами. На этом видеоролик подошел к концу. Если он вам понравился и вы хотите еще подборку пранков, поставьте лайк. Ну а вот несколько лучших комментариев с прошлого видео. Если вы хотите попасть в следующий выпуск, вам нужно поставить лайк на это видео, быть подписанным на мой канал и написать необычный креативный комментарий. И возможно именно он попадет в следующий выпуск. Всем пока!